the thunder. Thunder. Всем не бага, не лага, зрители, подписчики канала Дрожжа, с вами Жека. Сегодня мы что делаем? Мы продолжаем играть практически в ванильную, в классический Don't Starve с лапочкой. И у меня небольшой мандраж, я боюсь сдохнуть. Но это будет вообще орно, если я вдруг сдохну во второй серии в ванильном Don't Starve. Играл хотя бы его когда-то, и я официально заявляю, он реально сложнее, чем обычно Don't Starve. Обычно Don't Starve ты можешь вот так, знаешь, играть, отвернулся, стрим читаешь, еще что-то. Здесь хрен там, тут намного все сложнее. У нас ночь, мы посреди ночи, и у нас ноль науки. Да, мы изучили веревку, и я предлагаю, наверное, вот этим сейчас и заняться. Мы, может быть, надежда просто у меня на светлячки, что за то, что я их половлю и поздаю машине, она нам будет много дать. Типа, много. А, слушай, ну... А ну? Сколько? 8! Серьезно, я... Ночь, пройди, пожалуйста, я не хочу сдыхать. А мы пойдем тем временем насобираем травы и веток. Вот, это наша задача сейчас будет. Травы и веток. Как неудобно управление, вообще неудобное. Вот так вот. Давай, утро. Утро, фу, утро. Слава яйкам. Так, собираем... наша задача собирать веточки и трава. Вот, вот. Еще гончие через 3 дня придут. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Ёк-макарюк, еще щупальца намного быстрее. Хорошо, что я не остановился. Щупальца просто мгновенные здесь. Это... Я умру. Я чувствую, что я умру в этом мире. И это будет очень грустно. Так, а я... Нет, я еще не прошел. Вот тут паучки. Их мы потом побьем. Когда-нибудь, как говорится. Так, набираем травы и веток. Это наша задача. Мне 4 ветки. Ну, 4 ветки есть, хорошо. Но надо еще. Я так голоден. В смысле ты голоден? Съешь морковчу. Раньше, кстати, слушай. А, да-да-да. Так же действует. Слушай, мы королей сейчас будем убивать. Раньше лайфхак был, как убивать королей. Они абсолютно всегда, когда ты их пугаешь, бегут в кроличью ямку. Абсолютно всегда. Вот... Надо будет просто отгадывать, у кого какая кроличья, где чья ямка, норка, да, вот, и становиться просто и убивать, вовремя главное, тыкнуть на него. Это жопно, если честно, мышкой убивать. И я проверил, я не поленился, мне подсказали, я проверил. В настройках игры нету вообще настройки управления. Это жопно, я не знаю, что делать, но это придется как-то с этим жить, да. Вот, давай. Собираем вот это и вот это. Я думаю, ну, двадцаточку. Ладно, давай двадцаточку травы насобираем. Это пригодится. Давай двадцаточка. Какое все огромное, я не знаю. Даже вот я смотрел на эти... Pocket Edition, на мобильной версии игры. Я просто смотрел. У меня жаба пока давит купить ее за 300 рублей. Но когда-нибудь я обязательно на телефон ее купил. Но фишка в том, что у меня вот, серьезно, слишком большие какие-то иконки. И вот как будто вот сразу так та версия вспоминается. Как давно это было? Как давно мы в это все играли? Эх. 6. Блин, столько воспоминаний, как я боялся поначалу играть в эту игру. Ну, боялся сдыхать. Не хотел. Ну, просто реально не хотел. Это обидно, я не люблю просто так сдыхать. И ставил бесконечный день, чтоб ночи не было. А думаю, что меня это парило постоянно, вот это костер разводить. На факелах здесь не проживешь. И это огорчает. Огорчает до невозможности. Чарли, как таковой-то, не было. Он все равно нас кто-то убивал во тьме. Так, да, мы правильно идем. И, если я не ошибаюсь, по тропинке мы не особо ускоряемся. Это меня огорчает что-то. Мы так же само бежим, как и по обычной земле. Ладно, давай сделаем, наконец-то, себе вот это. И сачочек. Так, и давай рюкзачочек сделаем. Мы можем себе это позволить. Во! Так, где-то здесь, по идее, если теперь мы нажимаем пробел... Нет, он вот к этому. Так, вот где-то здесь были, да? Во, смотри. А, фал... А, я думаю, где мои светлячки? Че за фигня? Так, где-то еще тут светлячки были. Так. Во, смотри. Да, дважды надо тратить? Он не тратит. О! Во, шикарно. Нет, больше ничего? Шапку-светилку, слушай, мы, по идее, можем сделать, но тогда тыква только доступна сейчас нам на данный момент, видишь?
Видишь, только Джек, светящийся Джек, как говорится. Но зачем он нам? Так, где-то здесь был еще один. Давай его поймаем. Да ловись ты. Все, пойдем сдадим, посмотрим, сколько дадут нам. За светлячков. Я думаю, нам должны дофига дать очков за светлячков. Очков за светлячков. Ну, не, ну так. Шестерочка. Одного оставим, наверное. Так, вот это съедим, вот это съедим, и вот это съедим. Так, я предлагаю, что нам нужно казан, да? Я предлагаю, что нам обязательно нужен казан. Для этого надо спалить деревья, для этого у нас есть факел. А 6 деревьев надо спалить. Это ничего не поменяет. А что я не могу подпалить? В смысле? Не понял. Это у меня баг какой-то, или я не могу подпалить деревья? Поднять. Осмотреть. А чё? Я понимаю, что это сосна. Как мне спалить деревья? Чё? Так, я столкнулся с непреодолимой проблемой. Я умру. Какого хрена? Ладно, пойдем поисследуем чуть-чуть. У нас есть время. Хотя вечер скоро опять. Давайте... Вот, дрова. Руби дрова. Нам костер попалить надо. Если мы не будем палить костер, мы сдохнем от темноты, и на факеле долго не проживешь. Шишечки. На шишечках можно. Так. Собираем. Давай. Так. Кустики эти еще. Давай чуть-чуть пробежимся. Обратно я на костре. По идее, у нас здесь бифало должны быть уже. Потому что какашки есть, значит, бифало точно введены. Но это не точно. Да собирай ты, ё-моё. А, давай домой. Давай домой. День капец короткий, ничего не успеваешь за день сделать. Это нечестно, на самом деле. Я так не играю. Так, лопатку надо будет изучить еще. Нет, я не успеваю домой. Не успеваю. Я так голоден. И холоден. Пожарь еду. Блин, капец, он дико голодает сейчас. Просто пипец. Все, нормально. Так, что? Что? А, это пауки. Господи, ну мой, что за... Нигеры. Вот, ладно, давайте, наверное... А как мне спалить деревья? Подожди, надо, может, с помощью костра... Хотя от костра тоже не особо загорались деревья. Я не помню, чтобы они прям загорались. Проверить такое... Ну, то есть в ранних версиях я не помню, чтобы загорались. Одно бревно что даст? Нормально. 6 очков, да? Давай, наверное, топорчик сдадим. Посмотрим, сколько топор даст. Серьезно? Топор дал 1 очко. Это не круто. Это вообще не круто. Камни? Ну, камни я изучу. Камни я вообще не проблема. Мне казан надо. Еще и казан уголь. Капец. Капец. Ладно, давай, утро наступает. Что-то долго идет. Наверное, сдам, если все поймаем. Капец. И мясо сдадим, наверное. Нам оно не нужно. Не хочу сдыхать. Пока с хпшечкой нормально. Это капец. Это, ребята, просто пипец. 100 очков. Ладно, давайте, наверное, копить на... На копье хотя бы. Копить на копье. 50 очков у нас уже есть. Еще что-нибудь собираем, походим. Ты слышал этот звук? Типа кто-то смеялся. Стремота-то какая. Ладно, пойдем. Не будем время тратить. О! Зашел на биом этот, блин. Блин, жесть. Чё делать? Как жить? В душе не чаю.
Какашки насобирать надо бы. А, кстати, мир здесь... это не самая первая версия игры, на самом деле. Вот мир здесь далеко, далеко не такой, как был в самых первых версиях игры. Я помню тот мир. Он был весь такой, знаете, кругами. Вот, то есть одна локация с кругом. Причем вот прям даже... Что? У меня говно на карте. Окей. Забаговало, видать. Вот, да. Смотри, был один круг с одним биомом. Рядом проходила тоненькая полоса, другой биом, круг. Еще одна полоса проходила, третий биом, круг. Вот так раньше было. Бифало! Бифало! Бифало, 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 бифало. Какашки насыпаем. Так что, да. Оп. Какашулечки. Какашулечки. Какашульки, какашульки, какашулечки. Собираем. Так, куда нас эта тропинка ведет? О, можем поймать. Иди сюда. Сюда иди, говорю. Хм, странно. Столько вот этого дерна. Знаешь, и такое реально изобилие вот этого пола. Живи я в обычном мире, да? Ну, сейчас, теперешнем. Я бы с удовольствием пошел бы там уже раскатал там. Так. Паучки, идите сюда. Забрал бы это все с дерном, но проблема в том, что... А! Капец! Скилл не пропьешь, ты видел? Я вообще мансю как, а? Ни единого еще удара не было. Нормально, нормально. Уничтожим. Пауки медленно исчезают. Так, сюда я подошел. Куча мяса. Так, паутину собираем. Нифиг нам такое количество огромное паутины в округе. Так что... Мясо на очки споздаем. О, во-во-во. Вот такие вот были. То есть один биом круглый, большой. Слушай, это может быть... Ну, не, вряд ли он не особо похож на круглый. И круглый, и от него вот такая вот пиндюрин так. Как вот в подземельях. Да, вот похоже на подземелье. И от него и шла... Слушай, ну я так очень далеко от дома уйду. Очень. Далеко. От дома. А там тупик, да? Не-не, тут... Смотри, биом целый такой, нифига. Когда биомы конфликтуют и не знают, кто из них главнее, да? И у нас все еще, смотри, вот такие камни, они без прожилок золотых. Они не дадут тебе камень. Ой, золото. Да ничего не дадут. Так, вот там вот вижу два. Собираем светлячков. Не помню для чего. Можно дома посадить и бегать по светлячкам дома. Блин, мега мозг, я только что... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Вилсон! Успокойся! Успокойся! Жесткачище. Все, нет тут больше ничего. Забавно. Не, это реально забавно. Такой весь биом. Уже вот таких вот биомов не делают, вот таких вот. Потому что сделали этот биом ускоряющий. То есть, ты по нему бегал и ускорялся. О-о-о. А, это этот парень, понятно. Он нафиг нам не нужен. Пьем. Надо домой возвращаться. Слушай, я чувствую... Жопно мне сейчас будет. О, золото. Женя собрался домой, но тут он нашел золото. И как-то не срослось. Дом оказался... Слушай, вот, да, вот типичный паучий биом. Не хватает только паутины. Раньше ее не было. Ну, что-то, видишь, сложнее стало, что-то легче. Так что не все коту масленица. Я вздыхаю потихонечку. У меня еды нету. И это меня не радует. Это у меня башче. Почему у меня торчит, что я что-то могу сделать? Странно, оно не убирается. Раньше, видишь, не убиралось, надо было тыкать. Я даже не обратил внимания. Так, забираем. Наверное, пойдем отсюда. Там слишком много пауков, нам тут нечего делать. Тут еды нету. Но исследовать интересно, конечно. Так, идем обратно домой. Скоро вечерок. День, кажется, удлинился. Я могу ошибаться, мне кажется, что день длиннее стал. Может, нет. Интересно было бы еще попробовать золото сдать, но мне как-то жалко золото. Я не помню, вроде на золото ничего не нужно сдавать.
на золото. Ну, то есть, не создавать ничего. А, вот, алхимка. Алхимочка, да. Алхимочка — это вещь. Забираем. Так. Такой надпись. Не сверху, а просто перед твоими глазами. Тебе звездец, ты сдохнешь. Потому что ночь и тишина. И больше нифига. На-на-на-на. На-на-на-на. Так. Собираем какули. 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 Я вот не знаю, факелами тратить факела. Хотя веточки у нас не так уж и много. Так. На какашки мы соберем. Не все, правда. Бегать за ними долго. Или домой добежать уже на факелах. Или костерчик. Ладно, бежим. Все, бежим. Ни скинов тебе никаких. А сейчас куча скинов, и все хотят новые, новые, новые. И уже выходят новые скины, и такие: ой, ну не знаю, мне не нравится вот этот вот VX в виде картошки. Да? Нос воротят. Раньше такого нифига не было. Раньше было все такое вот по-стандартненькому. Ну, я успел, слушай, практически. Шишки. Шишки падают тюлевицу. Так, какулю сдаем. И за какашку мы получаем. Подожди, сколько? А, ну три. Светлячки. Сейчас соточку наберем. Я вздыхаю потихонечку так. Так, давай-ка мы пожарим мясо. И жареное мясо может больше даст. Плюс я одно, наверное, все-таки съем. Да, полголода, но мы под... Нифига! Нифига, 33 урона дало! Я сдохну. Оу, да. Так, давай создай... Казанчик. Ладно. Блин, броню... Или копье. Броня или копье. Броня или копье. Копье. Так, я могу создать вот это. Соответственно, могу создать это. Еее, у меня есть копье, копье. Говном? Во, говно можно топить, шикардос. Дома оставим. Звуки мух. Это забавно. Это забавненько. Ну что, в следующей серии уже, наверное, пойдем куда-нибудь в эту сторону. Нам что надо? Нам, чтобы выжить, надо нормально с едой разобраться. А я не пойму, как палить. Как что-то сжечь. Я что-то вот это не допру. Факелом ничего не жжется. Надо будет думать, где факел взять нормальный. Где угли взять. Может, с чего-то разбивать. Я не помню. Огнепухи точно в этой версии нету, потому никаких вот биомов с жженными деревьями точно тоже нету. Даже смотри, помнишь, я говорил про круги? Вот видно даже, биом круг, круглый биом. Вот он. Круглый биом, как я и говорил. И мы даже когда я поисследуем, скорее всего, будем видеть, что такие круглые будут эти. Ладненько, на этом, наверное, сегодня закончим. Спасибо всем, что посмотрели этот видеоролик. Если впервые на канале, то, конечно же, подписывайтесь на него, пишите комментасики, ставьте лайки. И не забывайте, что каждый ваш лайк реально ценен. А всем вам спасибо, удачи, до скорого и не голодайте.